Привет, народ! С вами Фенаргот. Как вы знаете, в Dota 2 вышел новый сундук, а я, к сожалению, нахожусь сейчас не дома и даже не в России, и у меня с собой просто есть свой рабочий ноутбук новый, великолепный, асусовский, и поэтому я могу для вас записать открытие этих самых сундуков. Ну и, конечно же, устроить пока небольшой розыгрыш при поддержке Rivalry. Вообще, вы можете сразу заранее регаться на Rivalry, потому что уже скоро, я думаю, меньше чем через месяц, я устрою супер крутой розыгрыш, где будет разыгрываться видеокарта, где будет разыгрываться шмотки, арканы, вообще дофига всего. Поэтому заранее можете зарегаться на Rivalry. Я потому что напоминаю, что с завтрашнего дня начинается у нас плей-офф великолепного турнира по Dota ESL One в Гамбурге. И, собственно, я буду, конечно же, делать прогнозы у себя в телеге и ВКонтакте. За этим следите. И, ну и, конечно же, самое главное на Rivalry — это то, что первая ставка в случае проигрыша возвращается вам на аккаунт. Ну, до 25 баксов. Это очень крутая акция. Поэтому вы можете обязательно принять в ней участие. Ну, а мы переходим к сундуку. Собственно, у нас есть вот тот самый, кстати, сет на Тайдхантера, который не выпустили к Инту. И Valve говорили то, что он, по сути, попал в топ голосования, но так как уже был другой сет на Тайдхантера, они его не выпустили в коллектор с кэшей и обещали выпустить позже. Вот, пожалуйста. Скорее всего, тут все сеты подобного типа. Вот у нас Shadow Demon, Селедка. Ну, Селедка какая-то выглядит как слишком вторичная. Уже супер похожих сетов было много. Да и сейчас в Dota Plus очень неплохой сет. На Джакира мне тоже что-то пока не очень нравится. Вот на Шторма я еще обратил внимание на этот сет, еще когда он был добавлен в голосование от Valve, и я вот точно его хочу и буду комбинировать. Но он у меня точно будет. Ну и на Вайпера, кстати, неплохой. На Воида. Редкий на Клинкса и очень редкий на Вилку. Такой чисто хэллоуинский. Смотрите, там кошечка, она, кстати, моргает. Крутые эффекты. Вот этот сет я буду выбивать. То есть я пока его не выбью, я не перестану открывать сундуки. А все, что у меня будет лишнее, я буду разыгрывать. Так что в конце ролика вы узнаете условия. Ну, давайте сначала возьмем 7 сундуков. Просто вот базовых. Их откроем. У меня может подлагивать, потому что интернет очень слабенький. Но на YouTube-то у вас все будет нормально. Так, потому что это не стрим. Так. Ну, в общем, первые 7 сундуков, как вы видите, без сюрпризов. Без редких. Ну, это нормально, это нормально. Ну, кстати, можете переплавить их на дополнительный сундук плюс 2000 шардов в Dota Plus. Но я не думаю, что это кому-то интересно. Джакира, Войд, Вайпер, Селедка, Шторм, ШД, Тайдхантер. Окей. Какие шансы у меня вообще? 1 к 4,5 на Клинкса, то есть он уже должен падать сейчас. И 1 к 10,5 на Вилку. Странно, я надеялся, что у меня Клинкс хотя бы за первые 14 сундуков упадет. Ну ладно, поехали. Сейчас должны падать начать. ШД. Void. Залагало. О, есть, есть Клинкс. Вайпер. Слардар. Шторм. Джакира. Окей. Какой там шанс на вилку? Один... Ну, типа, за 5 сундуков должен упасть сет, да? Ну вот, давайте 5 сундуков и возьмем. Я, конечно, поржу, если не упадет. С первого же. Окей. Супер. На самом деле, я еще 4 сундука открывать не буду. Но, мол, какой смысл? Тут 1 к 33. Тут 1 к 10 000. Просто дополнительно 4 сундука будет разыграно. Так, господа, что я разыгрываю? У меня получается 2 лишних комплекта, потому что один комплект я оставляю себе, это логично. И 2 лишних комплекта я разыгрываю среди вас, уважаемые зрители. Что для участия нужно сделать? Конечно же, подписаться на мой канал на YouTube, поставить лайк ролику, написать в комментариях, на кого вы хотите сет, а также приложить ссылку на ваш ВК
или на ваш Инстаграм. Ну, у кого нет ВК, к примеру, вы житель Украины, и там можете на меня просто подписаться либо в ВК, либо в Инстаграме. Все описание есть, точнее, все детали есть в описании. Ну и также хочу отметить очень важную вещь. Сегодня мне наконец-то опрувнули в Инстаграме фильтр с пуджом. Там 3D-пудж, которого вы можете везде поставить. Эта маска абсолютно бесплатна, потому что это Инстаграм. Можете уже использовать мой Инстаграм /finargotsage на конце. Ну или просто по никнейму можете меня найти. Ну а я, собственно, желаю вам всем удачи. Итоги я подведу. Давайте посмотрим, скорее всего, 2 ноября. Постараюсь 2 ноября, если у меня будет возможность, просто непонятно сейчас со всякими разъездами и так далее. Но я напоминаю, что в ноябре вас ждет супер крутой розыгрыш с видеокартой, наборами, арканами, сундуками, боже, чего там только не будет. Поэтому обязательно регистрируйтесь на Rivalry, делайте ставки, потому что я уже завтра буду вам прогнозики кидать. Выигрывайте бабки, и плюс это вам даст возможность принять участие в розыгрыше дополнительных супер крутых призов. Вот как-то так, все ссылки есть в описании. С вами был Финаргот и до скорых встреч.